Приветствую, у меня сегодня все время вторая часть. Я забыла еще сказать, что в рецепт нужно положить перец, если не ребятишкам это. И лучше перец не вот такой прямо, как сказать, ну вот как объяснить, порошочком такой черный, а вот прямо крутилкой вот такой. И будет прям вообще супер. Можно еще, кстати, вот этим блюдом детям заменить, ну, допустим, не делать перец, чипсы, более тонким слоем разложить. Прям таким вообще тоненьким-тоненьким подсушить. Получается, в принципе, вот это, ну, это будет, по крайней мере, знаете, хорошая альтернатива в переходе на здоровое питание. Потому что или чипсы, во-первых, сколько там жира, неизвестно какая картошка. Вот эту картошку мы вырастили, я вырастила сама. Мы вырастили сами своими ручками. Мой муж, мой сын. И я уверена точно, что там положено, ну, такие удобрения, а не пестициды, которые просто напичканы в магазинах. И, соответственно, и чипсы из них сделаны. То есть можно более тонким слоем, если положить. Вообще можно сделать даже без яйца. Я делаю и без, ну там без масла это не получится. Я очень редко так балую своих. Картофель пай. То есть там нужно все-таки масло. Хотя бы вот не капелька это нужна, а побольше. Ну вот и все. Побалуйте себя таким блюдом. Это, кстати, блюдо можно сделать хоть из чего. Из морковки, из свеклы, из кабачка, из цукини, из тыквы. Вообще хоть из чего. Но из тыквы, если честно, мне нравится все равно больше какие-то так, как лепешечки. То есть, ну, не знаю, тыква дает сладость. И из тыквы, или, допустим, я ее сырую люблю кушать. Вот, кстати, еще одна подсказочка, еще один продукт – это тыква. Это просто для сухой кожи спасение. Лучше кушать в сухом виде.